Дамы и господа, мы продолжаем вечер бокса в Академии единоборств РМК в городе Екатеринбург. Представляю вам 10-раундовый бой в суперполулегком весе до 59 килограмм за титул чемпиона WBA Азия. Ladies and gentlemen, we continue our boxing show in RCC Martial Arts Academy in the city of Екатеринбург, Russia. 10-round bout of super featherweight of the 59 kilogram, but for the main WB Asia. В синий угол ринга приглашается боец из Таиланда. Please welcome in the blue corner from Thailand, Pipat Chaipor. Ну что ж, у нас первый титульный бой программы. Первый легкий вес, весовая категория до 59 килограммов. И претендент на пояс Pipat Chaipor из Таиланда движется в ринг. Очень-очень опытный боец, также известный как Майк Тавачай. Ему 33 года. На его счету 46 побед, 29 нокаутом, 12 поражений, 2 ничьих. Карьеру начал в 2005 году. Ну вот, кстати говоря, из последних достижений, ну, чуть позже про карьеру тайца. Город Екатеринбург. Please welcome in the red corner fighter from Russia, Екатеринбург, Акшол Сулайман Пикбулу. А теперь обладатель кыргызского и российского гражданства Акшол Сулайман Пикбулу. Первый номер кыргызского рейтинга, 71 номер мирового рейтинга. В своей весовой категории 28 лет Акжолу. Он является владельцем пояса WBA Азия и, кстати, входит в топ-15 по версии WBA в рейтинг топ-15 боксеров в своей весовой категории. Карьеру начал в августе 2016 года. 13 побед на счету Акжола Сулайманбекулу, 6 из них досрочные. Предыдущий поединок провел в декабре в Екатеринбурге, тогда победил по очкам Джона Эстраду, которого мы сегодня не видели, против Владислава Красношейна. Есть победы над небитым боксером из Колумбии Леонардо Падилли. У Акжола Сулайманбекулу победа над Андреем Исаевым. Пояс WBC Asian Council он завоевал в 2017 году, но чуть позже про его карьеру еще поговорим. Супервайзер WBA Сергей Хурсанов, джаджи, судьи Семен Стахеев, Игорь Домодаев, Роман Петров. Хронометрист, таймкипер Татьяна Баринова. Рефери Ираклий Малазони. Представляю вам соперников. Let me present you boxers. И в синем углу боец из Таиланда, город Бангкок. Ему 33 года, рост 163 сантиметра, вес 58 килограммов, 500 граммов. Профессиональный рекорд 60 боев, 46 побед, 29 из них нокаутом, 12 поражений, 2 ничьи. Чемпион IBF Азия, fighter in the blue corner from Bangkok, Thailand. He is 33 years old, 163 сантиметра tall. And weighing in 58.5 kilogram, his professional record 46 win by 29 KO, 12 loss and 2 draw. Champion IBF Asia, please welcome Pipat Chaipor. Красного угла, боец из России, город Екатеринбург. Ему 28 лет. Рост 168 сантиметров, вес 58 килограммов по 700 граммов. Профессиональный рекорд 13 боев. Во всех одержанные победы, 6 из них нокаутом. Чемпион WBA Азия. 8 номер рейтинга WBA. Fighter in the red corner from Екатеринбург, Russia. He is 20 years old, 168 centimeters tall, and weighing in 58.8 kilograms. He is professional record 13 wins by 6 KO. Champion WBO Asia. Hunter and of the WBA undisputed Akshol Сулайманбек Хулу.
listen to my command, okay? Shake hands. Good luck. На 5 лет старше Пипат Чайпорн своего соперника. Очень-очень опытный таец. Это человек, который в свое время делил ринг с бывшими, даже действующими до сих пор чемпионами мира. В частности, сражался Пипат Чайпорн с братьями Камеда, с Даики Камеда и с Тамоки Камеда. Тамоки Камеда до сих пор выступает и является временным чемпионом мира по WBC в легчайшем весе, если не изменяет мне память. Пипат Чайпорн — неприрожденный боец первого легкого веса. Начинал он с более легких весов. Боксировал в легчайшем и даже боксировал в первом легчайшем весе 52 килограмма, 200 граммов, 53,5 килограмма. Но вот с возрастом стал подниматься по весовым категориям вверх и добрался до 59 килограммов. Что касается Акжола, Акжол левша, техничный, хорош на ногах, много передвигается, не является заправским панчером. Собственно, и не делает ставку на один разовый удар. Но при этом такой хороший игровик. И тем не менее обладает динамитом в перчатках определенным. Из 13 побед 6 у него досрочно. Опыт на стороне Чайпорна, но, так скажем, габариты, конечно же, на стороне Акжола. Как ты считаешь, коллега? Ну, я хочу сказать, что Пипат не самый... Пипат не самый возрастной боксер на сегодняшнем вечере. И 33 года — это, в общем-то, возраст, в общем-то, достаточно. Возраст Христа. Я не знаю, в Таиланде как-то с христианством. Не сказать, чтобы он возрастной. Другое дело, изношенный или нет, это боксер. Но, в общем-то, пока он ведет на равных бой. С 2005 года в деле Пипат Чайпорн. 20 лет начал карьеру. Ну, наверное, для тайского боксера это даже поздновато. 20 лет. Ну, опыт. Еще раз опыт. Он делил ринг с чемпионами мира. Выступал за рубежом неоднократно. Выступал, естественно, не только у себя на родине, в Таиланде. Ездил в Японию, в Корею. В России первый раз оказался. Хорошо по корпусу Акжол сейчас заряжает. И здесь встречает неплохо. Но еще раз, да, я отмечу. Акжол — природный боец первого легкого веса. Чайпорн изначально начинал карьеру в районе бантама или суперфлая. Ну, а Акжол, в общем-то, не обостряет. Он достает, чувствует хорошо дистанцию. Периодически раздергивает своего оппонента. Достает. Первый раунд позади. Делаешь крючок назад. Крючок получается. Так хапает. Садись вниз. Бей в живот левый. Не сдавайтесь. Работай джебом. Работай джебом. Джебом работай. Все через джеб. Все вперед идешь, что назад. Сбивай джебом. Сбивай. И левый заходи. Не надо Второй раунд из 10 запланированных. Акжол Сулайманбек Улу. Краса и гордость кыргызского бокса. Не имеющий поражений спортсмен. Против очень опытного тайского боксера Пипата Чайпорна. Он же Майк Тавачай. Вот Акжол, да, пытается закрепиться на средней дистанции. И хорошо закрепился. И пытается, да, вести бой именно с этой дистанции. То есть... на встречных курсах, но
пропускает периодически. Пропускает, но при этом доносит сам тоже. Так вот он ставит тайца канатом. Точнее, не ставит, тайц сам отходит канатом и ждет Акжола. В общем-то, это должна быть стихия тайца как раз-таки, средняя дистанция. Но тайц не торопится здесь принять бой. Незаметно, да, длиннее руки у Акжола. Еще раз, он гораздо габаритнее своего соперника. Но он и побыстрее. Вот сейчас как раз оба врубились с серии. И видно было, что у Акжола руки быстрее. Попадает, кстати, сейчас в Чайпорн. Акжол поджимает. Еще раз. Никуда не спешит. Дистанция длинная, 10 раундов. Акжол, в принципе, никогда и не делал ставку на первый раунд. Ну вот, кажется, Акжол уже правой рукой подготовил почву для того, чтобы жестко ударить слева. И придерживает. Такое чувство, что он передерживает левую руку. Хочет наверняка, видимо, все сделать. Вот, пожалуйста. А здесь по локтям, правда. А вот сейчас бы повторная атака, когда убрал руки с головы Тайс. Отвечает Чайпорн. Ну вот по локтям иногда надо ударить, чтобы локти сошлись, но затем закончить обводящим ударом или за руки, или за локти. Опа, а вот здесь уже перестоял Акжол. Да, задержался. И пропустил вправо. Инициатива за Акжолом, пространство ринга его. Пытается, собственно, и не пытается. А Пипат, такое чувство, он неплохо защищается, что он как будто усыпляет бдительность Акжола. Акжол в атаке раскрывается. И тот ему хочет. Да, он перехватывает, да, и периодически достает. И причем неплохо так достает. Правда, эта стратегия работает при условии, что у Пипата есть нокаутирующий удар. У него из 46 побед, 29 досрочно, больше половины. Но другое дело, при условии, что это было в другой весовой категории. Ну да, да. Совершенно верно. Третий раунд. Весовая категория до 59 килограммов. На кону пояс WBA Азия. Принадлежит он вот этому человеку в черных перчатках. Зовут его Акжол Сулайманбек Улу. Непобежденный боксер из Кыргызии, из Кыргызстана. Также представляющий Екатеринбург. Ну вот Пипат все время провоцирует Акжола. И пытается перехватить, достать его. Именно в ответной такой контратаке. Да. Своя категория до 59 килограммов. Первый легкий вес. Первый титульный бой сегодняшней программы. Ну, почему-то не бьет по корпусу Акжол. А зря. А Пипату явно скорости не хватает. Вот перехвата. Он, если где-то и достает, только за счет тайминга. И только тогда, когда Акжол сам к нему идет, подходит поближе. Да, вот как сейчас. Вот, хорошо по корпусу. Акжолу бы не помешали повторные атаки. Но с другой стороны, и вот здесь раунд. Левой надо, снизу по корпусу. С другой стороны, третий раунд, возможно, Акжол рассчитывает всю дистанцию. Потому что вымахаться в начальных раундах и потом просто висеть на сопернике, это да, это не дело. Хотя, естественно, проходил дистанцию полную без раундов. Не раз Акжол Сулайманбек. Ну, Акжол, в общем-то, силы и не экономит. Он
Работает как темповик, очень много наносит ударов. Вот корпус. Апперкот бы здесь не помешал Акжолу. И клинчует Таец. Клинчует. Инициатива в клинче от него исходила. Прочувствовал, видимо, уже удары. Опять поджимает Акжол канатом Тайца. Вот правый боковой. Таец сам заходит канатом, потому что... Точнее, да, 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 да. Потому что нечего ему делать в центре ринга. Да, там двигаться надо, я так понимаю. Не очень на ногах хорош, да? Да. Он как в силки затягивает Акжола и пытается тут перехватить и достать его жестко. Вот справа у него, вот как раз таки, у него вылетает периодически удар справа сбоку. А вот и по корпусу, да, пожалуйста. Он варьирует, да, боковой, то в корпус, то в голову. Хорошо по корпусу вот. Акжола тут же добавляет справа, да, в голову. Вот. Сдвоенный удар или повторные вот атаки. Он, да, вот он тянет на себя. Другое дело, что он меньше ударов наносит в разы. И поэтому все равно пока это тактика проигрышная для Пипата. Не отпускай, не отпускай его, попал, то есть развивай дальше, развивай, паузу даешь себе и ему, вот, он не похапнул. Продолжает работать в хорошем темпе Акжол Сулаймагдакулу. Даже чуть-чуть он стал побольше выбрасывать ударов. Ну вот Акжол вроде бы все правильно делает. То есть он не вкладывается в удары, очень много насыпает, отвлекает, заставляет защищаться Пипата. Но ему не хватает заключительного акцентированного удара. Вернее, не то, что ему не хватает, его просто нету, видимо. Ну да, Акжол, он берет не, так скажем, не разовым мощным ударом, а скорее тоннажом. Вот его досрочные победы как раз-таки все были от тоннажа ударов. И Пипат, когда контратакует, идет вперед чуть-чуть головой, наклоняет его. И вот здесь нужен апперкот. А вот он только что был. Слева. А был справа. Нужен слева, вот здесь, а он все время боковой туда накидывает. А вот тут, смотрите, Пипат принимает руку, даже возможно, вот, справа апперкот, ну, еще раз. Ну, главное апперкот уже, просто я думаю, слева он был бы сильнее, то есть справа он тоже уместен. Ничего здесь не было, просто подскользнулся. Акжол, как темповик, может просто такой темп задать, что... Пипат просто от количества ударов может сломаться. А, ну, вот эти, наш, да, а вот эти левые удары боковые в лоб, они опасны тем, что можно руку травмировать. Это со стороны Акжола. Для того, кто бьет. Да, да. Друзья, секреты мастерства слушаем, запоминаем. Особенно те из вас, кто собирается заняться боксом. Не секрет, что лоб – это кость. Я тоже делал другое. И можно руку очень сильно отбить. Продолжается у нас хорошая такая плотная рубка. Вот. Ну почему слева-то нет апперкота? Вот боковой прошел слева. Ну Акжол решил сломать полностью, видимо, тайца в этом раунде. Удастся ли? Нет, в чем вопрос. Не отпускает, не отпускает. Но опять не хватает вот завершающего удара. Огрызается, кстати, Чайпорн. Боковые иногда у него проходят точные.
Ну и плюс подрабатывает корпусом, да, он не просто стоит у канатов, он все-таки еще и корпусом защищается. Заканчивается раунд. Ну, Акжол, конечно, сумасшедший темп задал. Выдержит ли он этот темп все оставшиеся раунды? В общем, вопрос. И станет ли он, так сказать, заложником своего высокого темпа сам, именно в плане функционалки? Да, и за темпом нету именно акцентированного удара. Вот это беспокоит. Ждем следующий раунд. Пятый раунд. По-прежнему первым номером работает Акжол Сулайманбек Кулу. Боец из Кыргызстана. Представитель Екатеринбурга при этом. Его соперник очень опытный тайский. Ну вот тайц периодически боец. Накидывает, да. Если Акжол потеряет концентрацию, то тайц может добраться до цели. Но пока, в общем-то, ничто не предвещает, что Акжол устанет. Акжол профи и достаточно такой боксер, соображающий в ринге, дисциплинированный, у него есть интеллект спортивный. И не в его интересах бой, который он выигрывает вот таким образом, что называется, сливать. Зачем? Он прекрасно понимает, что может он, если потерять концентрацию, пропустить навстречу. И ситуация может поменяться в ринге. Ему это, естественно, невыгодно. И мы видим, да, что за нокаутом не гонится Акжол. Вот, коллега, ты говорил про завершающий мощный удар. Но вот, мне кажется, Акжол здесь берет именно за счет темпа и за счет точных попаданий. А там какой степени, какого они калибра, может быть, не так уж и важно. Ну, может быть, дело не в том, что он не гонится, а просто этого завершающего удара нет у него. Апперкот справа донес. Вот опасно, кстати, здесь огрызнулся слева боковым Майк Товарчай, он же Ипат Чайпорн. Вот перестал иногда возвращать руки на место Акжол. И за это, смотрите, апперкот справа. Ну да, конечно же, Акжол по количеству выброшенных и донесенных впереди, но тем не менее, тайц-то стоит и улыбается даже иногда. Ну, Пипат может просто не вывести этот темп. Пятый раунд, уже экватор практически. Сейчас хороший эпизод для Акжола. А тайец сразу же ответил. Ну, там, коллега, смотри, на один точный удар тайца несколько точных Акжола. А вот Акжол подошел, да, по корпусу, он все по защите пробил и попал, и пропустил также одним ударом. Вот там, по-моему, за локоток у него зашел удар. И перестал возвращать руки на место. Начал раскрываться. Видимо, очень большое желание все-таки выиграть досрочно у Акжола. Немножечко заигрывается в атаке и забывает, что тайц тоже может выстрелить в ответ. Да, тайц, он за печень держится и что-то показывает. Видимо, все-таки тоннаж почувствовал. Да. Тоннаж пропущенных стал сказываться. Валерий, одна из твоих любимых групп звучит. Да. Deep Purple, Smoke on the Water. Никто не поет, друзья, пока Ян Гиллан еще не приехал. Ждем. Что ты там силой стоит до номера? Бей, тут работай как по мешку. Нырок, удар, уклон, удар. Все.
Бакс. Шестой раунд из 10 запланированных перешел за экватор поединок. Пипат Чайпорн против Акжола Сулайманбекулу. Азиатское противостояние в Екатеринбурге. Пипат пытается даже закрепиться в центре ринга. Сейчас Акжол отгонит обратно к канатам, скорее всего. Он должен, по крайней мере, по сценарию это сделать. Пипат даже боксировать пытаться начал. Он боксер. Такое с ними случается. Опа, опасно сейчас было Чайпорна. Как-то... Дальше, вот так. Корпус, голову. Давай. Долго. В таком в силовой бокс сейчас играет Акжол, кстати говоря. Обычно он такой больше именно технарь. На дистанции, в центре ринга. Ну, здесь такой соперник, что по-другому нельзя видеть. Ну, я бы сказал, не силовой, а темповой. То есть темп есть, а вот акцентированных таких ударов я не вижу. Ну, прессингует. Да, но за счет темпа он, конечно, очень сильно утомляет, разбивает соперника. Дальше, еще ниже. Да, ниже заходили. Ну, терпение и труд, все перетрут. Вот, кстати, пропускает справа сейчас, стал пропускать Акжол навстречу боковые. Пытается там, машет, нет-нет, да и попадает. Опа, хорошо, сейчас от Акжола. И апперкотик бы еще всадить. Как ты говоришь, коллега, развести локти, да, и поддеть апперкотом. Ну вот он локти развел по сторонам, да, и нужно между рук. Вот хорошо сейчас было, да. А так жело. Тем не менее, огрызается Таец. Ну вот сейчас бы еще эпизод чуть-чуть продлился, потому что Таец стоял буквально там секунды 4 не отвечал. Опять, смотрите, у канатов Пипат Чайпорн. Но крепкий мужчина. А вот смотри, он прямо некоторыми зонами жертвует, потому что, видимо, удары не сильные. Он просто принимает на себя некоторые удары, причем осознанно. О, вот сейчас, да. Подцепил, да. Работать и слева именно прямым, не боковым, а прямым. Конец раунда, но я думаю, достает Чайпорн, но тяжко ему, безусловно. Вот здесь уже тоннаж ударов накапливается просто. И они должны сработать когда-то. Ну, есть еще время, целых 4 раунда для этого. Седьмой раунд. В конце шестого раунда были серьезные проблемы у Тайца, но тем не менее он выдержал. Но продолжает натиск Акжол Сулайманбекулу. Глухой защите. Пипат Чайпорн, очень ему не сладко, но пропускал он за 6 предыдущих раундов изрядное количество ударов. Практически без пауз атакует. Выстреливает навстречу одиночные удары. Пипат, но на Акжола никакого впечатления они не производят. Но у Пипата ничего не поменялось. Он принимает на себя серию и потом одиночным перехватывает, пытается просто таким лаки-панчем достать, попасть все-таки. Дурака закинуть, но я думаю, не в этот раз. О, хорошо сейчас в лоб залетел слева Акжол.
Да, темп не сбавляет Сулайманбек Кулу. И еще раз туда же. Ну вот Акжолу где-то надо спуртануть и не дать возможности ответить Пипату. И рефери может остановить этот бой. Как технический нокаут. Слева по корпусу, справа по корпусу. Повторная атака. Вот только опускает руки Таец и туда же сразу же. Вот легко говорит, находясь на удобной комментаторской позиции. С другой стороны, боксеры получают за это деньги. И боксеры высокого уровня сами прекрасно знают, как нужно действовать. И делают это. Так, это было лирическое отступление у нас по-прежнему у канатов. Пипат Чайпорн продолжает уматывать темпом своего соперника Акжол Сулайманбек Улу. Чайпорн держится, но ему не сладко. Одиночными ударами он отстреливается. Да, порой они достигают цели. Но... Ну, Пипат ни одну серию не оставляет без ответного удара. Это так, но... Акжол неутомим. Вот так я скажу. Да, да, да. Ну, у Пипата это осознанная тактика с самого начала боя. Осознанная жертва. Ну, я не скажу, что он жертвует. Нет, чем-то. Ну, то, что он жертвует именно количеством пропущенных ударов для того, чтобы нанести один ответный. Да, просто. Я думаю, здесь я речи не идет о том, чтобы выиграть за счет количества ударов. Он прекрасно понимает, что бой он проигрывает. Я да. думаю, он прекрасно это понимает. Чтобы выиграть, ну, попасть... точно и уронить Акжола, но пока что такого с Акжолом не случалось. Ну, это единственный шанс у Пипата. Других вариантов нет, да. Ждем следующий раунд. Че ты мне это уперся-то, блядь? Ты слышал, я тебя орал, иди в сторону, а? Так а че ты, блядь, ну, ты а? Ты же. Ну, поздно уже в следующий раз, Акжол. В следующий раз. Дай бабу. Иди, перерабатывай. Все нормально у тебя. Не давай вам паузу. Ты вступился разок, надо было продолжить. Не бей по одному Восьмой раунд из 10 запланированных. Невероятно, но факт. Пипат Чайпорн в центре ринга, пока еще не у канатов, и отвечает. Его соперник Акжол Сулайманбек Улу проводит хорошую серию. Да, сейчас почти все удары прошли. На кону пояс WBA Азия в первом легком весе. Весовая категория до 59 килограммов. Владелец пояса Сулайманбек Улу. А о. Вот и пожалуйста. Да. Это печень, это нокаут, скорее всего. Нет, ошибся я. Но, тем не менее, это шанс для Акжола. Это, скорее всего, таннаж. Туда, да. туда нужно дорабатывать. Задевать гвозди туда, в корпус. Сулайманбек Улу. Времени навалом. И смотри, отвечает, подрался, Таец. Подрался, да. То есть в обмен пошел. И не Чайпорн молодец. Да, несмотря на то, что пропускает, он все равно наносит удары. Давай еще. Молодец, конечно. Вот видишь, он перехватить хочет. Да, провоцирует его и пытается ударить. А смотри, руки-то у Акжола на место не всегда возвращаются. Как раз шанс, наверное, да, для Чайпорна. Ну, это да. Сможет ли в таком темпе Акжол отработать оставшееся время раунда и попытаться дожать соперника? Умотать. Умотать, да. По локтям и апперкотик. Вот, опять согнулся. Таец
А вот он его сломал апперкотом в корпус, о чем я говорил уже, сколько надо бить, да. Он пытается боковыми, он бьет по локтям, а надо вот между локтей ударить еще раз апперкотиком. Ну, Акжол рядом, ты можешь ему подсказать, коллега. Возможно, он тебя услышит. Вот, апперкот между локтей. Он тебя услышал. Так этот удар напрашивается уже давно. То есть. Тем не менее, Чайпорн встает. Конец раунда. Попытается Акжол добить. Правило трех нокдаунов в России не работает, кстати. Там уже на усмотрение рефери. Иракли Малазония хозяйничает в ринге. Помимо двух спортсменов, внимательно смотрит за ситуацией. Вот. Все! Умотал все-таки он его. Танаши, грамотная тактика. Но в любом случае, Пипат Чайпорн молодец. Да. Достоин уважения, очень расстроен, мы видим. Но этот бой получился благодаря тому, что у Акжола был такой стойкий соперник. Согласен абсолютно. Акжол отстоял пояс WBC Азия. Но более-менее пришел в себя. Чайпорн разговаривает. Все нормально с ним. Ждем официального объявления победителем. А победителя вашему вниманию, друзья, как это было. Аплодисменты боксерам. На второй минуте 34 секунде 7-го раунда. And the winner by TKO round 7 and still champion WBA Asia Akshol Sulaymanbek. Woo-hoo!